время мы проведем сегодня с организатором сибирского международного марафона Константином Подбильским и узнаем, с каким настроением нужно бежать 42 километра. Да, Константин Олегович, рад вас приветствовать в студии свободного времени. Спасибо, здравствуйте. Первый вопрос. А мечи стали больше бегать, это факт. Вот все больше людей выходит на дистанции сибирского международного марафона, на дистанции сезонных забегов, ну, других каких-то забегов. Это здорово. А мотивация какая вот у людей? Зачем они это делают? Uh, вопрос очень многогранный, и однозначно на него ответить, конечно, невозможно. Больше бегают не только в Омске, больше бегают в мире, больше бегают в России, что очень отрадно. Причем uh, вот эта волна увлечения бегом, uh, она многоэтапная. И если в мире считается, что сейчас идет уже третья волна бегового бума, uh, в Америке, в Европе, поскольку там это начиналось несколько раньше, чем в России, то в России общепризнано, что сейчас такая вторая волна. Первая началась сразу после Олимпийских игр 80-го года в Москве. И вот сейчас мы наблюдаем буквально последнюю, наверное, пятилетку рост как на дрожжах интереса к этому виду физической активности. Много факторов, которые влияют на такой интерес. Действительно, это доступность, действительно, это эффективность, это простота и в то же время возможность заниматься буквально каждому, независимо от возраст и подготовки. Наверное, это а, вот общая мода на то, чтобы быть здоровым, подтянутым, спортивным. Я думаю, вот залог успеха в, их, в разнообразии таких событий и в работе на разной целевой аудитории. Марафон в этом плане событие уникальное. У него нет ярко выделенной такой узкой группы, а, наверное, поклонников. Это событие, которое привлекает своим форматом и семьи, и коллективы, и организации. От мала до велика буквально, независимо от гендерной принадлежности, профессиональной, социальной. Ведь это возможность на одной трассе вот, наверное, пропитаться таким а, духом а, единения а, с теми людьми, кто выходит а, на эту трассу, любители вместе с профессионалами. Люди, которые а, занимаются спортом высших достижений и те, кто делают это, может быть, даже, может быть, даже один раз в год для того, чтобы почувствовать атмосферу праздника. Вот про новые мероприятия, новые направления хотел еще спросить. Вот не могу не упомянуть недавно прошедший в Омске цветочный забег. Вот это же тоже по-своему уникальное мероприятие, только получается немножко гендерное неравноправие, конечно, здесь присутствует, но все-таки. Я думаю, что... Э -э -э -э... Вот такой формат позволяет а, женщинам тоже почувствовать свою уникальность, что ли. Если а, в семье, если в каком-то коллективе будут заботиться о своем здоровье и а, вести активный образ жизни и бегать женщина, то, наверное, за ней невольные мужчины потянутся. Поэтому а, мы сознательно идем Как, собственно, и всегда, мы сознательно идем на то, чтобы выделить такой забег отдельную категорию. И нам действительно отрадно, что к четвертому году своего проведения, ну вот в этом году, мы уже за буквально больше, чем за неделю исчерпали лимит э, слотов, э, который был определен организаторами. То есть цифра 400 э, заявок, 400 участниц была преодолена уже до начала забега за полторы недели. Более того, э, сказать, вот количество желающих принять им участие ну, существенно превысило э, тот, тот, тот расчетный показатель, который был у нас изначально. То есть э, втягиваются люди в этот процесс, и это главная задача, которую выполняет э, именно цветочный забег. Не могу не отметить вот вашу роль в этой связи. Вот действительно увеличилось количество забегов, увеличилось количество людей, которые в них участвуют. А как это играет на имидж региона? Я думаю, это совершенно прямое влияние на, на, на то, чтобы такой имидж создавался именно позитивными э, средствами и вот такими позитивными моментами. Я думаю, что это возможность узнать об Омской области и за ее пределами. Это возможность продвижения нашей территории, как территории, на которой э, интересно и комфортно заниматься э, в том числе вот э, различными видами двигательной активности. Ну, не секрет, что э, именно такие события дают э, э, представление о том, что здесь люди живут в современном благоустроенном городе. И тот интерес, который проявляют к нашему событию представители других регионов и зарубежных стран, показывает, что да, действительно открыть для себя Омск можно именно пробежав по трассе и Сибирского марафона, и другие беговых событий. И, наверное, то, что мы говорим, что Сибирский марафон ⁇ это бренд региона, совершенно не случайно. Объективно это действительно так. Я думаю, что состав участников, представителей более чем... 40 регионов, субъектов Российской Федерации и более чем 25 стран мира зарубежных, говорит само за себя. В какую сторону ему лучше развиваться? В сторону привлечения профессиональных спортсменов, там, увеличения какого-то авторитета международного, либо в сторону популяризации спорта и увеличения количества участников общего? Это э, событие, в котором нельзя выделить какую-то одну составляющую. Говорится, вот сейчас вот мы будем развивать только это. Э, ну, потому что не будет массовости без мастерства это даже ä, принципы советского, наверное, спорта, они действуют это очевидно совершенно. Когда есть ä, пример высококлассных спортсменов, за этим будут тянуться ä, те, кто стремится к спортивным достижениям. Это будет внимание прессы, будет внимание прессы, будет хорошее освещение события, будут спонсоры, которые сделают это событие еще лучшим. То есть это процесс ä, взаимнообразный и каждая составляющая этого процесса влияет на конечный результат. Поэтому мы стремимся улучшать все составляющие марафона. И если у человека в этом году цель первый раз выйти на трассу и легко пробежать 3 километра, будем надеяться, что он будет ставить дальше цель прогрессировать и расти, и когда-нибудь он пробежит до 42 километра, потому что вот именно полная марафонская дистанция является, собственно, тем мотивом, который заставляет регулярно тренироваться, поддерживая спортивную форму, и рано или поздно Uh, сказать, да, я сделал это, я пробежал 42 километра полный марафон. Хорошо, тогда я по-другому yeah. спрошу, вот через 10 лет, каким вы видите сибирский международный марафон? Сибирс, По сибирским, международным. <laughs> думаю, Еще думаю, более что, международным. Через, через 10 лет, я думаю, что в России вот эта вот волна достигнет, ну, конечно, может быть, не китайских масштабов. <laughs> вот. Но самое главное, что она останется привлекательным событием, таким же мотивирующим и, э, ну, наверное, э, не, э, не потеряется на фоне других событий и в нашей стране, и в мире. Угу, пробег, давайте теперь просто поговорим. Вот э, все больше людей занимаются этим, все больше людей интересуются этим. Как к нему готовиться, я имею в виду марафон. Можно ли без подготовки пробежать хотя бы полумарафон? Какие специальные упражнения, экипировка? Вот такие хм. вещи. Ну, конечно, в любом деле в марафоне особенно важна подготовка, важен тот этап, который позволяет в конечном итоге показать результат, на который ты рассчитываешь. И я бы не советовал никому даже пытаться преодолеть полумарафонскую дистанцию, тем более марафонскую без специальной подготовки. Сейчас нет недостатков в программах подготовки, это все есть в открытых источниках. Очень многие компании, которые занимаются экипировкой спортсменов, выпускают специальные приложения, есть клубы. Объединяющие тех, кто хочет пробежать марафон, поставить перед собой такую цель. И эти клубы, современные клубы, используют как раз эти методики. У меня есть в багаже несколько марафонов. У меня только афинских марафонов, три. Как-то так получилось, что было желание первый свой марафон пробежать именно в Афинах. Но ну, это понятно, да. да, это не только символично, это, собственно, колыбель марафонского движения и этого вида спорта. Поэтому свой первый марафон я пробежал в Афинах, второй. А, афинский марафон был значительно сложнее для меня, потому что вот это как раз тот случай, да. э, когда, э, кхе, зная о том, что надо готовиться к марафону целенаправленно, почему-то я решил, что можно его и так пробежать. Лично убедился, что делать это в коем случае нельзя. Я преодолел эту дистанцию, но слово преодолел здесь будет как раз вот самым, наверное, характерным. А почему вот. второй марафон был сложнее, чем первый? Вот для вас? Вы не готовились? В том-то и дело. Наверное, да. был эксперимент. К счастью, он закончился удачно, но тем не менее память об этом осталась. А какая память, расскажите? Ну, это действительно были муки, было преодоление себя и трассы. Это отдельная история. Но это сила духа. Ну, может быть, не знаю. Это глупость моя в первую очередь. Вот. и наивное расчет на то, что да, и так можно пробежать. Эмоциональная поддержка на трассе. Вот насколько она важна, каким образом она реализуется, вот для чего она вообще нужна и чувствуют ли ее спортсмены. Ну, каждый любитель, наверное, кто бежит в марафон, рассчитывает не только на э, то, что 42 километра по асфальту города преодолеет. Конечно, важны эмоции. Я уже об эмоциях говорил и вот. Э, э, то, где расположена трасса, что находится вокруг этой трассы, как поддерживают э, болельщики, зрители э, очень важно, потому что именно это создает эмоции. Ну, конечно, не секрет, что на трассе марафона э, с определенного километра, начиная с преодоления, то у любого э, спортсмена и любителя есть. И вот в эти моменты, конечно. У меня уже где-то километры на третьем начинались обычно муки преодоления. Вот поэтому мы пораньше ставим точки эмоциональной подбитышки. Константин Олегович, еще хотел спросить про сибирский международный марафон, вот про. Юбилейный в этом году. Все-таки, расскажите, что нового это будет. Ну, первое и главное, это мы принципиально меняем трассу. В городе современные отремонтированные, реконструированные улицы Ленина, Юбилейный мост. Это возможность вернуться на историческую трассу марафона. Я думаю, что то музыкальное сопровождение, которое будет в этом году марафона, удивит и порадует и участников. Мы постараемся сделать так, чтобы вот информация и музыка сопровождали их по всей трассе это будут точки музыкальные это будут ну, как точки эмоциональной да, поддержки вот и я надеюсь что вся трасса марафона мы постараемся сделать так чтобы она была озвучена чтобы участники не только получали эмоции вместе с музыкой но и слышали информацию от комментатора что происходит на трассе? Кто лидирует? Какая развивающаяся борьба у спортсменов-профессионалов за первые места, за призовые места? То есть вот такая информационно-музыкальная насыщенность, надеюсь, будет на протяжении всей трассы марафона. Бежать будет интересно, бежать будет комфортно, надеюсь, в условиях новой трассы. Мы постараемся, опять же, применить современные сказать, технические средства на трассе ну и я думаю что это событие будет иметь конечно свое лицо и надеюсь запомнится его участникам большое спасибо константин олегович желаю вам удачи в проведении этого масштабного события спасибо во вторник в омском драматическом театре трогательный и смешной идиот новое прочтение достоевского представит владимир туманов и кажется нас ждет глубокая постановка режиссер определил жанр как философский миф в среду в музее имени Врубеля лектор Вадим Савельев расскажет о живописи СССР и аспектах идеологического противостояния, в котором искусство требовало от творцов зачастую слишком больших жертв. Что вы знаете об Омске, чем может гордиться каждый житель, а о чем лучше не упоминать в присутствии о меча. В четверг Летов и Достоевский, Колчак и Любочка встретятся в постановке Пятого театра про город. В пятницу в Омской крепости киносеанс. Покажут лучшие фестивальные фильмы прошлых лет. Захватывающая атмосфера гарантирована. Сеансы будут проходить в инженерных мастерских. А в субботу Омский музыкальный театр приглашает всех в парк на Королева. Впервые под открытым небом амичи увидят фрагменты премьерных балетных постановок. Организаторы обещают конкурсы, мастер-классы, интерактивные экспозиции и даже кастинги.